Ты не человек. Кейн верит тебе, но я нет. Да, та киберсистема — часть тебя, но он и ты — небо и земля. Но Кейну нужен Тацит, а я верна идее и ему. Я подчинюсь его воле. Мы снова засекли сигнал Тацита. Найди артефакт и захвати его ради Кейна. Вот только в случае успеха, боюсь, ты станешь не нужен. Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь, подруга. Киборги Синода погубили столько невинных. Мою семью. Надеюсь, ты не такой, как он, и я молюсь за нас. Помолись лучше за себя, сестра. Итак, миссия «Перехват». Нам нужно постепенно идти к главному нашему инструменту, это Тацит. Ну что, давайте, парни, начинаем. Легион, мы обнаружили Тацит, и во многом благодаря твоим уникальным способностям. Во славу Кейна. Во славу Кейна. Когда поступило сообщение? Чистильщики пытаются вывести Тацит. Перехватите конвой, прежде чем он достигнет порта. Постов, дело тонкое, чтоб его! Когда в бой? Когда... Доктор Жиро стал весьма уступчив после похищения. Его познания в области жидкого тиберия вывели наши технологии на уровень, о котором мы даже не могли и мечтать. Кейн тобой очень доволен. Новое задание. К бою готов! Теперь моя бомба. Я понял вас. Строительство. Когда в путь? К бою готов! Танки — это сила! Скорпион! Давай попробуем. Строительство принято. Завершено. К бою готов! Где они? Строительство завершено. Вперед! Так, понял. Вот он, конвой. Да, понял. Скорпион на связи. Убийца провождающий. Принято. В пути. Не дайте конвою добраться до порта. Скорпион на связи. Им крышка. Объект потерян. Обнаружим противника. Начинаю штурм. Когда в путь? Скорпион на связи. Подавим их. Когда в путь? Дави их. Нас не сломить! Когда в путь? Вперед! Что-то балласт какой-то. Едем. Прям вообще. Принято. Едем. В пути. Когда в путь? Принято. Принято. Им крышка. Развертываются гады. Понял. Отряд готов. Начинаем. Да что толку-то, что мы готовимся? Это бред. Тацит хранится в этом сборочном цеху. Захватите его. Я-то думал, гораздо проще все. Обнаружен противник. Строительство. Скорпион на связи. Так, ребята, вы тогда на Д ставите. Это все? Больше ничего тут? Скорпион на связи. Интересного нет. Строительство завершено. Подготовка. К бою готов. Ракеты что надо? Строительство. Строительство. Ракета, что надо? Строительство. К бою готов. Окей, Google. Пробуем. Ракета, что надо? Строительство завершено. Ракета, что средств. Надо? Тацит где-то рядом. Я его натручу. Ну, здесь, в принципе, тибериума нормально. Но все равно, я думаю, 1025. Ну, 30 потолок. Ресурсов. Жалко, вышки нигде нету, да? А, ну вот, вышка есть. Попробовать надо ее, может, забрать. Ракета, что надо? Объект потерян. Ракета, что надо? Объект куда ее принято? Давайте назад. Ракета, что надо? Понял. Да, понял. Обнаружен противник. Ну что, товарищ техник? Приостановлено. Отмена. Подготовка. Надеюсь, что у нас все получится. Так, здесь у нас что? Здесь у нас пустота.
Но есть залежи тибериума. Строительство завершено. К бою готов. Объект атакуют. Строительство завершено. Строительство. К бою готов. Строительство. Двинется. Недостаточно средств. К бою готов. Захватим. На базу напали. Обнаружен противник. Неплохо. Мало ли объект что. Объект потерян. Кто там что хочет опять? Давайте, давайте, давайте. Что-то вообще ресурсов уже ни хера нет. Завершено. Строительство завершено. Мы вместе. Как угодно. Не знаю, на наглости только пройти, если. Только если наглость нам позволит это сделать. Так, научный центр у нас есть, есть. Строительство. 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 Блин, если повезет, он пройдет. Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Строительство. Давай, братишка, я в тебя верю, у тебя должно получиться. Строительство завершено. Обнаружен противник. Строительство. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Строительство. Строительство. Давай, братан, братан, давай, 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 забираем эту вышку. Нужен дополнительный источник дохода, стопудово. Строительство прям завершено. Постройка захвачена. Отлично, красавчик, лучший просто. Залежи тиберия выработаны. Ну, про что я и говорил. Обнаружен противник. Соберем все, что сможем. Строительство завершено. Свет его прекрасен. Доступны новые постройки. Про что я и говорил. Строительство. Строительство. Можно, конечно, теперь вот сюда бойцов перетянуть. На деф. На деф чисто, принято. Чтобы мой комбайн мог спокойно здесь фармить теперь. По совершенствованию не выполнено. Вперед! По совершенствованию не выполнено. Недостаточно средств. Так. Ладно, братишки, собираем, давайте. Кристаллы. Собираем кристаллы, очень хороший нагло. Урожай. Очень быстро, кстати, кончился. Очень быстро. Строительство завершено. Угу. Развертывание невозможно. Строительство. О, смотри-ка, вот эта приколюха мне очень сильно нужна. Обнаружен противник. Ну ладно, чё, ждем. Ну что, в принципе-то у нас все достаточно неплохо сейчас пока продвигается. Более-менее я уже оборону себе сделал. Мои любимые комбайнеры зарабатывают тиберий.
Так что живем. Обнаружен противник. Подготовка. Строительство. Усовершенствование выполнено. Строительство завершено. Строительство завершено. Усовершенствование выполнено. Строительство. Доступны новые послания. Подготовка. Строим нашего главного дурачка, который может совершить правосудие здесь. Обнаружен противник. Братство верит мне. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Строительство приборы завершено. В норме. Обнаружен противник. Строительство. Так, а что от меня не хотели? Применить, по-моему, бомбу, да? Подрыв тибериум и жилы. 2000 стоит. Как минимум 3 раза надо будет это применить. Обнаружен противник. Я думаю, что на базу нападать никто не будет. Скорее всего, уже. Строительство завершено. Усовершенствование выполнено. Строительство. Приборы в норме. Ну чё, когда там тебя построят-то? Обнаружен противник. Строительство завершено. Сделали, да? Я живой. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. Укажите цель. Я думаю, 3 достаточно обеликса будет. Приборы в норме. Недостаточно средств. Так, это все, да? Осталось усовершенствование. Бомбардировщики и все. Дальше можно строить армию. Мы готовы. Системы в норме. Обнаружен противник. Усовершенствование выполнено. Укажите цель. Ну-ка. Даем вам веселье. Усовершенствование выполнено. Недостаточно средств. Как вам эта музыка? Понравилась?
Усовершенствование выполнено. Отлично. На связи. Обнаружен противник. Смерч надвигается. Подготовка. Приостановлена. Отмена. Подготовка. Так, куда у меня бабосы уходят на бомбардировщиках? Так, берем призраков, штук 10, это минимум. И, естественно же, берем, куда же без них, без мародеров. Ну, никуда мы от них не денемся. Обнаружен противник. Подготовка. Братство верит мне. Скорпион на связи. В норме. Сила в Тивериуме. Скорпион на связи. Три завода у нас для строительства пехоты, танков и всего остального. Ну, Скорпион на связи. Подготовка. Так, для массовки чисто. Скорпион на связи. Четыре завода, а у меня 5 заводов. И как-то что-то не хватает. Ресурсиков-то, ребята, не хватает. Не, это все можно, конечно, делать быстрее. Все гораздо по канонам четче. Ну, неохота мне этим заниматься просто. Неохота. Так. Ну что, давайте их поздравим с прибытием в ад. Ядерная ракета. Еще больше. Тиберий в массы. Там спокойнее. Обнаружен противник. Призрак готов к бою. Сила в Тиберии. Приборы в норме. Тени в вашем распоряжении. Нужен Петифон прям. Скорпион на связи. Тени в вашем распоряжении. Готов к бою. Увеличим темпы сбора. Но Петифона не хватает. Обнаружен противник. А, ну тогда что мы тут? Приостановлено. Отменяем. Отмена. Это все. Отмена. В вашем распоряжении. Подготовка. В пыль. Как день говорят мародеры, да? В пыль. Все сотрем к зеленым полям. Окей, Google. Приборы в норме. Призрак готов к бою. Мы прибыли. Свет его прекрасен. Сила в Тиберии. Собираем кристаллы. Соберем все, что сможем. Сила в Тиберии. Обнаружен противник. Мы выполним миссию.
к зеленым полям. Тиберий в массы. К зеленым полям. Тиберий освободит нас. Тиберий в массы. Призрак готов к бою. Обнаружен противник. Тиберий освободит нас. Не хватает, да? Нужен Тиберий. Не хватает. Хотя уж в принципе-то осталось-то там. Одна цель. Мы призваны. Правильно говорят братство Брайана, наши говорят братья. Одно средство и одна цель. Блин, такой здоровенный прям вообще. Абсолютная мощь. Абсолютная мощь. Тех пару, да? Противник. Братство верит мне. Нот это сила. Противник. Укажите цель. Войны к оружию! Войны к оружию! Ну что, ждем мародеров. 6 штучек и начинаем атаку. Так, 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 так. Стой, стой, стой. Укажите цель. Держите. Бонус вам. Мародер на связи. Недостаточно средств. Подрыв Тибериума сделан. Так, и давайте техника одного еще. Подготовка. Где там культовая фраза «Братство верит мне»? Сколько еще надо примерно? Угу. 11 рублей. Мне нужно Тибериума, чтобы построить мародеров. Братство верит мне. Не, конечно, вот взять прям саму структуру нот. Это очень запоминающаяся такая прям организация. И название такое, нот, да, из трех букв. У них есть свой значок, своя эмблема. И именно вот даже взять этот клан, который создан в Command Conquer, да, серии. И даже в многих играх есть онлайн, там КС-ка, танки, Total Lockdown, PUBG, там еще множество страшных, я знаю, слов, типа Escape for Tarkov, там, или тот же Warface. Даже кланы есть нот. Вот настолько это культовый такой сленг, что нот навсегда останется в наших сердцах. А как говорил Кейн, братство верит нам. Поэтому очень классно, что такая вот структура, как нот. Не ГСБ даже, вот ГСБ я нигде не встречал. Вот именно нот, вот нот всегда. А ГСБ не слышал. Ну что сделаешь, игре уже более 15 лет, она для меня она всегда будет актуальна. Посидел, поиграл, поностальгировал, прошел. Чуть-чуть что-то где-то пригорело, но в целом, в принципе, все достаточно прикольно. Вот. Да, есть, конечно, миссии в этой игре, напрягают немного своим вот этим вот отношением, что надо пройти туда, захватить то, отдефить это, и как бы вот устаешь. А когда у тебя мясорубка постоянная, что ты дефишься, атакуешь, строишь, у тебя есть войска, ты просто берешь и сносишь, то да. Это, конечно, другая история, но
Что имеем мы? Ладно, ребят. Лирику мы отставляем. Давайте. Строим последнего. Установлено. Отмена. Обнаружен противник. Все, давайте мародер атаковать. Мародер на связи. Приступаем. Все делаем в пыль. Кейн. Во имя Кейна. Надо снести все эти базы просто. По-любому надо их снести. На, у них обесточка, да, началась. Так, давайте теперь сюда. Объект потерян. Объект атакуют. Требуется хранить. Что там, совсем что ли офигели, а? Двинули. Вперед к победе. Строительство. Строительство. Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство. Строительство завершено. Строительство. Строительство завершено. Сила в Тибериуме. Ну что, ребята, давайте вот эту базу сейчас втаптываем, захватываем СЦ, и, скорее всего, надо будет его сопроводить до дома. Это будет, наверное, стопудово. Обнаружим. Не зря же нам надо его захватить. Вперед! Во имя Кейна. База противника. О, не, они обесточены, все, они уже сдохли. Давай. Забираем. Строительство. Строительство. Приостановлено. Отмена. Строительство. Строительство завершено. Строительство завершено.
Постройка захвачена. Да, мы готовы. Отлично. Тацит наш. Доставьте МСЦ в зону эвакуации. Без проблем. Легко. Легко. Абсолютно. Обнаружен противник. Что случилось? Не понял, что это такое? Моя что-то не понимает. А, скрины атакуют. Быстрее надо. Объект атакует. Скрины атакуют. Это не очень хорошо. Требуется хранилище. Бой! Скрины, ребята, атакуют. Открыт портал. Эй, вы там. Вы еще с нами? Укажите цель. Первый вызывает базу. Ответьте, прием. Оружие к бою. Вас понял. Ядерная ракета готова. Укажите цель. Ядерная ракета. Повышение. Я не позволю тебе соединиться с Тацитом. Чего? Ты дура, что ли? Новой эпохи машин не бывать. Я не позволю. Нет! Я не позволю. Ты такая что ты дура наделала? Просто, а? Я свергла тебя и захватила власть. Ты усомнилась во мне? Как и Киллиан. Да, и ныне она мертва. Только потому, что я приказала атаковать Сараева. Киллиан отдала приказ. Нет, это я. Я приказала Легиону напасть на главный храм в образе генерала Катар. Зачем? Она стала слишком опасной и могла предать тебя. А ты был просто слеп. И я приказал казнить ее. Увести ее. Допросить. И хватит с ней нянчиться. Нам нужен мир! Нам нужен мир. Итак, миссия перехват, ребята, закончена. Мы узнали все подробности предательства Киллиан. Открылся портал скринов. Они очень сильно хотят с нами обсудить прошедшие события, а также будущее вообще планеты. Будем смотреть, что будет дальше. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Лайкуйте, комментируйте. Удачи и берегите себя. Во имя Кейна.